Глава города приехал в поликлинику в полдень, в самый разгар рабочего дня. Первое, что привлекло внимание – отсутствие очередей у окон регистратуры. Руководители поликлиники объясняют это оперативной работой медицинской сестры. Она на подходе еще пациентов уточняет, что необходимо, и уже, чтобы не создалась очередь, уже направляет. Если сразу в кабинет, значит, подсказывает, куда кабинет. Процедура регистрации в поликлинике в последние годы значительно упростилась. Записаться на прием к врачу можно, позвонив по телефону или через интернет. Вторая поликлиника идет в ногу со временем. И доказательство тому не только увеличение скорости обслуживания, современное оборудование, но и высокопрофессиональные специалисты. Марина Краснова – врач-онколог с 30-летним стажем. В этой поликлинике работает меньше года. Количество заболевших раком в последнее время стремительно растет. Первичный прием и диспансеризация позволяют не создавать очереди среди таких пациентов. У нас в поликлинике есть прибор, электронож, который позволяет нам удалять предопухолевые новообразования кожи, тем самым проводить первичную профилактику онкологических заболеваний кожи. Лор-кабинет – еще одна гордость медицинского учреждения. Лариса Татулина, 35 лет, помогает адлерцам сохранять слух. Теперь на службе у врача есть сурдокамера. Это постолимпийское наследие. Сегодня в поликлиническом отделении работает около 100 медработников. Но и этого мало. Нам хотелось бы привлечь еще больше врачей, но мы над этим работаем. Это нам глава города помогает, вот в частности, обеспечением жилья тех специалистов, которые к нам приезжают. Также не забываем и про тех, которые уже давно у нас работают. Первичная помощь представлена в полном объеме. В целом же, по мнению мэра, в поликлинике есть все для того, чтобы оказывать качественное медицинское обслуживание. Пациенты говорили только о том, что качественная услуга, что они довольны врачами, что врачи добрые и соучастные в их проблемах. И, в общем-то, хорошо говорили о профессионализме наших врачей. Вторая городская поликлиника – одна из самых крупных в городе. Обслуживает не только население самого района, это около 140 тысяч человек, но и приезжих. На днях с подобной проверкой глава города посетит остальные медицинские учреждения Сочи. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.